Красивые и влюбленные в профессию. Совсем скоро один из них станет учителем года. В Одинцовском округе стартовал традиционный конкурс педагогического мастерства. Это учителя географии, информатики и других предметов, которые преподаются в школах, в лицеях и гимназиях. Конкурс будет проходить поэтапно. Его участники должны представить методические и профессиональные наработки, провести открытые уроки и творчески проявить себя. Екатерина Хасанова из династии учителей, поэтому выбор профессии был предопределен. В конкурсе участвуют впервые, хотя ей есть чем поделиться с коллегами. У меня есть своя методика преподавания информатики во всей школе. Я веду с 1 по 11 класс. То есть у меня дети начинают программировать с 1 класса на разных языках. Поэтому я просто хочу показать, что я смогла для себя найти, передать это своим коллегам. А вот учитель русского и литературы Владислав Комышев участвует в конкурсе уже второй раз. В 22-м году дошел до финала регионального этапа. Признается, теперь рассчитывает на большее. Хотелось бы попробовать еще раз на всероссийский уровень выйти. Когда участвую в конкурсах, не хочется просто так время терять. Там, знаете, участие главное, вот это все я не понимаю. В состав жюри конкурса вошли педагоги, директора школ, представители администрации. Оценивать коллег будут объективно. Тот, кто станет учителем года, сначала представит Одинцовский округ на региональном, а потом, если улыбнется удача, и на всероссийском этапе конкурса. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».